Продолжают ремонтировать дорогу по улице Парковой в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его инициировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Программа рассчитана до 2024. Всего отремонтируют почти 35 километров дорог Магадана. Подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком, при этом есть свои сложности. Здесь только около 40 колодцев, только коммуникационных, находится. Плюс, значит, занимаемся реставрацией линейной канализации, чтобы вода не по дороге текла, а в организованный слив через очистные сооружения, чтобы уходила с дороги, значит, в реку. В социальных сетях магаданцы активно обсуждали вырубку деревьев на улицах, где ремонтируют дороги. Природоохранная прокуратура провела проверку. Нарушений работники ведомства не выявили. В связи с необходимостью расширения улицы до требований государственного стандарта вынуждены были снести там 3 или 4 дерева, о чем был резонанс в сетях и так далее. Природоохранная прокуратура, как вы знаете, проводила проверку по этому поводу, и не только по этому поводу. Вчера я разговаривал с областным природоохранным прокурором. В части вот этих снесенных деревьев никаких нарушений не установлено, все сделано в полном соответствии с требованиями законодательства, но я хотел бы сказать людям, что если бы это можно было не делать, мы бы этого не делали. Вырубили деревья только для того, чтобы расширить проезжую часть и дать возможность автомобилистам вставать в 3 ряда, рассказывают специалисты. Сейчас пересечение улиц Парковой и Гагарина соответствует ГОСТу. Так говорят эксперты, шансов на дорожно-транспортное происшествие на перекрестке будет меньше.